блядь. Стрела опоздала, подарю тебе дождь. Не бы подрасти, боюсь, сойти на утро. Снова на краю, время отдаю. Не хватает пустоты, ты. Все, что исчезло вдруг вокруг, только звук упавших дверей стук. Снег разбеет, лед уйдет, я войду из пустоты. Это ты, просто ты, ты была всегда. Вот-та-та-та-та-та. Вот-та-та-та-та. Вот-та-та. Ожидание полна, моя вина, глубина. Мокрая стена передо мною, но что она не сможет мне помочь сама. Когда голова уходит прочь, то о чем не нужно знать, ни тебе, ни мне, ни нас. Миллионы глаз, миллионы фраз. Пусть нам осталось путь, но она одна. Мне кажется, или вот мы ехали в прошлый раз, и дорога была, по-моему, лучше. Была лучше. После дожди такое впечатление вымыло все остальное, что было в основании тепло. Как я кайфую от этой дороги. Да, если вы хотите выработать навыки маневрирования, вам сюда, Каменской крынычке.
его ждет сюрприз, там ямы, фуры. Он... Я лично тут не объеду уже, блин, чтобы разминуться сходу. Управление крайне убитое. С отсутствием асфальта может только посоревноваться с направлением на Вольногорск. Там вообще срака тотальная. Ну и в принципе, как вся эта Кременчугская трасса.